Привет, хорошие мои любимые. Коко, смотрите. Коко Даша Тигурна. Ну, не в рифму, но железная. Девчонки, новый рубрик для вас. Для вас, для нас всех. Настроение такое, скажу вам, мерзопаксное. С Женькой поссорилась. Наверное, нафиг уеду на дачу. В город туда. Этих выгоню. Этих вот, кто снимает-то. Пусть живут, им нравится в мотеле жить. Пусть живут дальше в мотеле. А я хоть в горах поживу, мне остыть как-то надо. Хотя там жарко, правда, что-то не подумал я. Ну ничего, там два душа, если что, приму душ холодный. И Тузик что-то разочаровывать стал. Ни в какую, не хочет со мной с одной гулять идти. Бежит за Женькой, ждет его, чтобы и Женьку вели гулять тоже. Вот я веду их двоих гулять. Короче, сегодня поссорились. Не хочу вас расстраивать тоже, знаете, грузить своими проблемами. Это, хочу, девчонки, вам рассказать. Думаю, что ж ты я одна должна счастливая быть в браке. Я ж не эгоистка. И другим девчонкам. Вот это ж хочу. Руководство для желающих выйти замуж. Рубрика новая. Нашла тут. Давайте разберем с вами, что правда, что ложь. Значит, смотрите. Вот это тут они нам напоминают. Говорят, вы помните, что у Антона Павловича Чехова есть рассказ, который называется «Руководство для желающих жениться». Рассказ этот был написан давно, когда мужчина думал, что он выбирает себе женщину, которая потом становится его женой. Ведь раньше мужики так думали, наивные. Сейчас он так не думает. Ну, он мужчина, мужской род. Не род, в смысле род. Роды. Ну, род, сообщество мужское. Вот. Это по-другому не буду называть. А то еще мужики обидятся. Сейчас женщина сама намечает себе жертву на всю жизнь. Не, ну я бы не согласилась, что одну жертву на всю жизнь. Жертв должно быть много. Для чего мы на этот свет родились, женщины? Чтобы каждого второго сделать своей жертвой. Кто не согласен, пишите в комментариях. А потом уж позволяет на себе жениться. Ага, сначала жертву, значит, выбирает, а потом позволяет себе жениться. Ну, с этим я соглашусь. Ну, потому что на всю жизнь одна жертва, ну, это как-то неинтересно даже. 5-7 лет достаточно. И за следующей жертвой. Пока вот это клюют. То есть ведутся жертвы, ведутся на твою игру. И вот, желая помочь женщине в этом трудном деле, ой, дело трудное, ой, жертву избрать, это ж сколько всего надо и ночных этих клубов посетить, и опять же каких-то музеев, выставок, а санаторий сколько раз в Турцию съездить надо, в дом отдыха. Это работа, девчонки, это не думайте, что так легко вот так вот жертву можно найти. В темном парке пройтись не раз по аллейке темной туда-сюда, пока наметишь жертву. Присмотришь ее, и шаг в шаг, это прям пятка, в пятку с ней, можешь сказать, эту ей жертве в пятку, иди своим носком. И значит, вот это, и вот, ага, значит, вот, и вот, желая помочь женщине в этом трудном деле, мы, ну, буду говорить от себя, я решила составить это руководство. Вот, ну, как дура опять, слушайте, хотела же, как будто это я все придумала, проговорилась. Ну, и надо будет проговариваться, но вы знаете, что это я все придумала. Это мое руководство. Начнут авторские вот эти заявлять. Руководство для желающих выйти замуж. Ну, я так понимаю, руководство для желающих выйти замуж, это же, по большому счету, и в основном это женщины. Ну, не каждый мужчина, я думаю, хочет замуж-то выйти. Хотя они, знаете, где-то глубоко в душе, они мечтали бы выйти замуж тоже. Побыть на нашем месте, на месте женщин. Позвольте этот ночной... Ой... Это, господи, уже вот это, когда... Уж полночь, с Германом, а близости все нет. Так я что-то про ночь. Позвольте этот научный трактат здесь вам доложить. Женщина, которая собирается выйти замуж, должна прежде всего знать, что же такое мужчина. Вот это мне нравится. Почему-то мужчина не кто же, а что же. Это что-то как-то, знаете, вот это же первых строчек какое-то унижение идет. Это не мои слова. Вот тут я скажу, это не я придумала. Я нет, я себя за мужчину. Я вот это вот, помните, мама отличненько там договаривала на своего бедного супруга. Я в защиту выступила. Потому что я всегда буду на стороне мужчин. Я их защищать буду. Я их, как говорится, вот как у меня мужчина, да? Вот как там, не давай Женьку в обиду. А я говорю, я его никогда в обиду не даю. Я никому Женьку никогда не дам в обиду. Потому что я его буду обижать сама. Так это, значит, что такое, что, наверное, опечатка. Все-таки, вот это, что же такое мужчина? Что же? Ну, что это? Что это такое? Это же не животное какое-то, это же человек все-таки. Может, как близкий твой друг, как собака вот твоя, вот как кошечка домашняя. Значит, наука дает следующее определение. А, вот научное определение, это что же не мое. Мужчина – это существо семейства позвоночных. А вон она как, гляди-ка. Существо, которое легко приручается и поддается дрессировке. Ну, я скажу, иногда это бывают сложные экземпляры.
сложные существа бывают. Фиг его вот это отдрессируешь или фиг его приручишь. Он, я рассказывал как-то девчонке, Женька-то мой, вот у него дурацкая привычка, вот это, знаете, все время вот как-то, нет у него осанки. Вот потомок трех американских президентов мы с ним, ага. У него как-то вот осанки нет в нем, чтобы вот так вот сел. Вот эта шейка ровно вытянута, плечи назад, значит, макушечка смотрит вверх, копчик, значит, под себя, вот это как-то вот так ровно, грудь вот так колесом, значит, чтобы эта жопка как орех, так и просится на грех. Ну, сейчас не об этом. Так вот, вот это сидит так другой раз в ресторане. Говорю, уйди твоя шея. Значит, вспомнит, вытащит шею. Я говорю, ты как-то оттордила черепаха-то? Я говорю, что ты сидишь вот это? Это осанка. Тебе что, родители не учили, что ли, как надо сидеть ровненько за партой? Вот. И один раз, девчонки, я же вот этого канала так года три. До сих пор, когда я хочу вам сказать, не могу переучить. Вот чему только не научила его. А вот это не могу никак переучить. Так и сидит другой раз вот так расслабленный, вот так сядет. Как будто он такой несчастный в жизни со мной, в семейной жизни. Надо его, кстати, спросить, что он по этому поводу думает. Ну так вот, вот так один раз в ресторане, помню, сидим. А были мы в Palm Springs. Значит, семья вся была, 20 человек или там чего-то более. В большом особняке вилла, такой Харпер. Был знаменитый такой Харпа, комедийный актер в Голливуде. Его дом арендовали на Крисмас. На Крисмас. И мы в ресторан поехали. Вот он, мы сидим, значит, вот это, на диванчиках. Между нами стол, я против него, он против меня. И вот так опять сидит, вот это, как несчастный такой, какой-то весь, какой-то такой. Улыбается, ну какой-то, вот голова вот так в плечах. Вот видите, как некрасиво, даже я вот так сижу, вот что-то такое. И вдруг проходит вот так вот мимо столиков, две или три дамы, я уже не помню. Я смотрю на своего Женьку и вижу следующую картину. Он, значит, увидел этих дам, оценил и сделал вот так. Я чуть не офигела. Вы представляете? Я говорю, это же ты посмотри, что делается. Это же ты посмотри, уже и крылья расправил, и уже лев готов к прыжку. Я тебе прыгну. Это позвоночная. Вот я вижу у них с позвоночником что-то. Вот я же говорю, что у него с позвоночником, что ли, сидит вот так все время. А как баб видит, все, сразу вспоминает, что... С шеи надо вытянуть в спенсере. Вот, но тяжело поддается дрессировке до сих пор. Вот надо напоминать, каждый раз говорить или вот так показывать ему вот так. Он вспоминает с улыбкой, как бы мне так одобрительную улыбку мне посылает, типа, помню. Даша Егоровна, сейчас выпрыгну. Так. Оно может даже научиться натирать оно. Видите, как в среднем роде. Не во множественном числе, не в единственном, а в среднем роде. Оно. Может даже научиться натирать полы, мыть посуду, приносить картошку. Ну, это какой-то устаревший какие-то вот эти. Натирать полы. Кто полы натирает? Помыть полы. Это, раньше же вот это натирали щеткой ножной вот этот паркет. Приносить картошку. И деньги. О, вот это научиться приносить деньги, это хороший совет. Теперь к делу. Выйти замуж может каждая. Это двоеточие. Красивая. Симпатичная. Хорошенькая, нехорошенькая и совсем плохенькая. Легко выходят замуж худые, полные и глупые. Труднее всего выйти замуж умной. Ой, по себе знаю. Трудно мне было замуж выйти. Жила в гражданском браке 5 раз. Ну, это 4 мужа тому назад. Значит, просто вот это сожительствовала. Ну, потому что умная очень. Жениться на мне не хотели. На умных-то кто хочет. Вон, как раз и пишу здесь. То есть я вот советую вам, смотрите. Какой же дурак захочет иметь жену умнее себя? Логично. Поэтому, если у женщины не повезло, что ее угораздило родиться умной, она должна прикидываться и выглядеть глупее, чем есть на самом деле. Ну, вот это мне напоминает. Но сейчас не об этом. Мужа бери не глядя. О, то есть, мужа не глядя не бери. Ну, правильно. Вот это, знаете, как все. Обрати сначала внимание на наружность. Да наружность – это все фигня. А главное у мужчины – это что? Интеллект, ум. Ну, и то, что там между ног, конечно. А то, что внешность – вот это внешность, во-первых, она такая переменчивая, обманчивая. Бери мужа не глядя. Но хочу сразу предупредить. Никакой свадьбы до секса. Вот это, как это, не глядя. А, не глядя, не бери. А тут, наоборот, другой совет. Не бери, не глядя. Господи, все путаюсь, думаю, не глядя надо брать. Как же это интересно. Прежде всего, обращай внимание на рост. А рост какой? В смысле рост? Рост какой? Ну, как вот это? Профессиональный рост? Или что, какой рост? Или рост куда? В ширину, в длину? Это вот это, по диагонали рост? Рост ноги? Ну, нога же растет до определенного момента. Или что? Как-то вот они так не пометили. Угу. Рост мужчин бывает разный. О, правда, надо же, я не знала. Причем мужчины высокого роста в хозяйстве нерентабельны.
Ой, я вот не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никогда у меня не было очень высокого роста мужчин. Ну, не всегда вот эти, как они называются, вот эти высокого роста, как они вот это, вот эти лилипуты, а эти наоборот, вот это гулливеры. Соглашусь, нерентабельно. Но это надо в отдельном виде обсуждать. Почему нерентабельно? Надо как-то развить эту тему. Девчонки, вообще расскажите, если у вас мужья очень высокие, 2 метра больше, рентабельны они или нерентабельны? Вот нам, девочкам, интересно будет узнать. Маленькие мужчины, наоборот, удобно, выгодно эксплуатации. Ой, тоже, вот это правильно. Вот маленьких совсем у меня как бы не было. Ну, это же могут привлечь за педофилию. Зачем нам маленькие? Но тоже не пишут они маленькие. Маленькие что? Потенциальные маленькие мужчины, маленького роста мужчины или это дети, что это, кто это, я не пойму. Ну, что-то объяснили бы, в скобочках бы объяснили. Маленькие мужчины удобно, выгодно эксплуатации. Ой. Мне кажется, удобно и выгодно эксплуатации любые мужчины. Главное, чтобы он был этот мужчина. Или эксплуатируй его. При маленьком муже нет нужды выбрасывать старые платья. А, вот, видите, здесь они разбирают про маленьких. А про вот этих вот высокого роста нерентабельные они не поясняют. Вот догадайся, мол, сама. Вот это сиди, мозги тебе вот это напрягай. Думай, во-первых, не можешь понять, что это за слово такое нерентабельное. Что оно означает-то? Рост не объяснили, какой рост чего. В бизнесе рост, в профессионализме, опять же говорю, в научной какой-то степени рост, в карьере рост. Что это? Ну ладно, мы сейчас про маленьких. А при маленьком муже нет нужды выбрасывать старые платья. О, из одной мини-юбки ему можно шить 2 макси-кепки. Из одной мини-юбки? Ну, это каких-то про молодых это. Какие у меня уже мини-юбки-то? Мини, только мини-шорты. Такие, шить 2 макси-кепки. А кто шить-то будет? Если вот я шить не умею, кто будет шить им кепки? Это же надо его, значит, в эту вести. Как ее зовут там? В ателье? А если он вот это придет и увидит красивую ательер-работницу и вот это сделает? Мини же, понимаете, жаба задушит, ревность мини, понимаете, разорвет на кусочки. Не надо нахрен ему кепочки, Макси, 2 Макси-кепочки. Не надо кепочки никакие ему, ни Макси, ни мини. Мужчины, как-то не нравится мне этот пункт. Девчонки, пишите в комментариях, а вам нравится этот пункт, мне чуть не понравился, какой-то глупый. Мужчины среднего роста, похожи на маленьких. Мужчины среднего роста похожи на маленьких, но едят как большие. А это уже про среднего роста. Угу, но едят как большие. А кто вот это пишет вообще все? Откуда они знают? Это сколько уже мужиков можно посчитать у нее было, да? Значит, нерентабельный высокий был у нее, маленький и среднего роста. А, проститутка какая-то. Ой, ужас. Ну, дочитаем до конца. Мужчина среднего. Выбирая себе мужа, не забудь заглянуть ему в глаза. Какая глупость. Не забудь заглянуть к нему в портмоне. Сколько у него серебряных банковских карт, сколько у него платиновых банковских карт, сколько у него наличных в долларах, в евро, в другой инвалюте, в глаза. Что там смотреть-то в глаза? Глаза бывают черные. Да ладно, карие, о, серые, синие, голубые, зеленые и глупые, независимо от цвета. Глупые, не знаю, как-то не знаю, глупые глаза. Мужчина изначально, он же, это ж мужчина, самец, умный. Какие у него могут быть глупые глаза? Глупые глаза могут быть у нас от счастья, увиденных банковских карт, его портмоне. Ага, выпуклые глаза. Бывают у тех, кто часто посещает устные журналы. Хочу все знать. Это как какие-то старые, что-то хочу все знать. Это что для детей же было, хочу все знать, да? Угу. Выпуклые. Ой, ну пропустим, даже не хочу обсуждать, какую-то чушь написали, выпуклые глаза. Бодет в болезни, как у Купской, вот вам выпуклые глаза. Она что, ходила в этот устный журнал «Кружок, хочу все узнать»? Ей надо вот это было. А, потому что мужчин много было, поэтому она туда и ходила. И у нее вот, извините, так это болезнь. Это вот не надо над этим смеяться, вообще обсуждать это не надо. Надо пожалеть этих мужчин, что у них глаза выпучивало у них. Хочу все узнать. Конечно, столько знать-то, хочу все узнать, а не получается. Оно и повыпучивало у него. И, наконец, цвет волос. Сначала блондины. О, разберем блондинок, давайте. Блондины. В рекомендациях не нуждаются. Скромны, доверчивы, по-детски наивны. Тоже узнаю кого-то. В молодости блондином был, Женька-то мой. Смотрите, скромны, скромен. Доверчив. Доверяет мне. Все мне доверяет, знаете. И вот это же, понимаете, назначить мойщика окон, уборщика дома. И что вот это, доверяет мне, тузика моего надо выгулить. Да тузик не хочет со мной гулять, я же говорю, хочет с семьей гулять, семьей. Ага. По-детски наивные. Ой, вот это еще есть, то есть. Ой, наивный. Другой раз говорю, господи. Или вот так, господи. Ты из какой страны-то, Женька? Какое впечатление, что ты вообще не знаешь. Хрен знает, докуда приехал в Америку. Ну ничего не знаешь, все тебе рассказывать надо. Показывать, что-то новое открывать. Как он без меня жил эти годы? У него такое упущение, такой пробел в познаниях. Он теперь за эти годы 6,5. Уже столько всего знает про Америку. Это моя заслуга. Не буду скромничать. Всю зарплату отдают жене до копейки. Не будем развивать эту тему. Потом
всю забирают обратно. Про наших, про русских. Сначала даст, потому что придет домой под шафе. Какую зарплату-то надо или аванс с турханами пойти отметить. Придет дурачок с горяча, выложит всю зарплату. А на следующий день проснется, обратно забирает. Опять же всю. Поэтому, девчонки, успевайте спрятать половину или хотя бы третью часть. А то всю отдал, всю заберет. У хорошие советы. Брюнеты. Темпераментные и заботливые. Очень ревнивые. А мне, знаете, как-то не очень попадались ревнивые брюнеты. Что-то я, вот не, я вообще, вообще даже не помню, что это за цвет такой брюнет. Брюнетовый цвет это какой? Коричневый, что ли? Ага, очень ревнивые. При малейшем подозрении на измену жены, а, когда они, значит, подозревают жену в измене, брюнеты очень скандалят и обещают убить ее и себя. Брюнеты это отеллы, отеллы, наверное. Но не знают, с кого начать. Ведь дилемма у них. Думают, с кого начать, кого убить первым. Ее, себя, одновременно обоих, обеих, обоих, обои, обои на стенах. Я помню точно, обоих, одновременно обоих. Не знаю, с кого начать. Рыжие. Ну, как-то так, не очень раскрытая тема брюнетов. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Как-то недостаточно про брюнетов. Пишите про своих брюнетов в комментариях. Значит, рыжие, добрые, жизнерадостные. Как коты рыжие. Рыжие вообще замечательные люди. Нахальные, расточительные и азартные. Ну, мужики, мужики. Девчонки рыжие, они вот такие все, ой. Ну, не все, конечно, есть отдельные экземпляры. И искрашенные рыжие. Раньше нас много было рыжих хнуй, кто красился. Нахальные, расточительные, азартные. Ну, не знаю, рыжий у меня был в школе только. Принес как-то вот такой вот кусок янтаря. Говорит, Нелли хочу подарить. Моя мамка поперла его в 6-м или 5-м классе. Говорит, а ну-ка неси маме, папе быстро янтарь этот. А могла бы забрать. Сейчас бы богатые где-нибудь на Багамах бы жили. А так вот и мучаюсь тут с Женькой. Ни денег, ни янтаря. Рыжий был, рыжик такой. Ой, хороший парнишка. Не помню, как его звали. Нет, я помню, что я должна вам рассказывать. Еще Женьке напишите, что я помню. Не помню ничего. Нахальный. Я нагло так приперся, как не понимаешь. Маленькая девочка, 5-6 класс. Вечером. Расточительный. Конечно, расточительный, потому что у родителей спер, принес другую семью. Если уж ты вышла замуж за рыжего, никогда не ругайся с ним голодным. Это опасно. Он может озвереть. О, видите, как кот, как рыжий кот озверевший. При малейшем подозрении на измену жены все рыжие очень расстраиваются, собирают свои вещи и уходят из дома навсегда. До ужина. И, наконец, совсем светлые, как их называют за глаза. Седые, лысые. Серьезные и расчетливые. Не стригутся. Не теряют расчесок. Не пользуются дорогими шампунями. И дешевыми тоже не пользуются. Лысому быстрее причесываться. Лысому быстрее причесываться. Как это чушь? О чем причесывать-то? Где? Брови? Брови, ресницы? Эти в ушах волосы причесывать? Лысому, как это тупая шутка? Находите? Пишите в комментариях, если согласны. Зато дольше умываться. Ну, это понятно. А что дольше умываться? Не знаю. Надо засечь. У меня же лысый Женька сейчас. Я сама подстригала. Купила машинку профессиональную. И подстригаю. Он мне каждый раз говорит, спасибо. Я говорю, что значит спасибо? Если ты пошел в салон, $120. А тебе бы машина домой обслужила, пеньюар купила, кисточку такую специальную. Лысинку поцеловал, извините. Эта кисточка вот так хреначила по затылку, за ушами, по носам, по бровям. Спасибо. Как у нас говорят, лучше маленькое спасибо, что там, как говорят, лучше маленькие $5, чем большое спасибо. Ну, я мелочиться не буду. Лучше маленькие $200, чем большое спасибо. Вот так надо мне говорить, отвечать. Это что-то $120 прошу все время у него. Уже 3 раза подстригал, 360 уже должен мне. Ага, значит, зато дольше умываться. Умываться вообще не надо. А, это значит, что эти... Ага, это они как бы перечисляют, что выбирай любой из вот этих предложенных вариантов. Значит, это дольше умываться. Умываться вообще не надо. Тряпочку взял, пыль смахнул и потом бархоткой. Ну, какая тупая шутка, не находите? Не нравится мне. Это не я писала. Вот теперь я вижу, это не мои советы. Не-не-не. Это, девочки, не мои советы. Я такое не посоветовала, херню такую. В народе говорят, лысина спереди от ума, сзади, значит, гуляет. А я такое тоже слышала. А если справа боку только лысина, слева вот чуб, а справа лысина, например, то это что значит? А если спереди сзади, значит, гуляет с умом. Ну, как это старая шутка? Это бородатая, я могу сказать, шутка. Это лысая шутка какая-то. Если ты хочешь выйти замуж, помни, лысый муж – это находка. Правильно? Правильно, с ним в квартире всегда светло. Я просто хочу сказать, что нужно выходить замуж. Вот тоже я знаю, такой лозунг есть. Ни один, понимаешь, мужик не должен остаться вот этим безнаказанным, ненаказанным. Надо замуж их брать, а то жениться на них и отыгрываться. За свою когда-то поруганную честь, понимаешь, за свою потерянную молодость. Ну, это смотря, когда еще ж мужика вот этого ухватишь.
Поэтому девчонки, или, как говорят, вот это, тоже читал, как это акция, что-то, вышла замуж, или что-то, вышла замуж, отговори подругу, что ли, что-то. Ой, не буду уже, хотела какую-то шутку сказать, а не помню уже. Я же говорю, расстроена такая, с Женькой поссорились, это Женька, акция, вышла замуж и отговори подругу. А, сама развелась, и отговори подругу выходить замуж. Что-то такое, девчонки, пишите в комментариях, пишите, как шутка это звучит, что-то запуталась. Ну, давайте, мои хорошие, что-то не понравилось мне, не знаю, как вам вот это руководство для желающих выйти замуж. Мне не понравилось, я вам хочу еще раз сказать, что это... Без разницы, какой он там, маленький, большой, лысый, рыжий, глаза у него там какие-то глупые. Я вам хочу сказать, лишь бы был мужик, а мы из него человека сделаем. И спинку ему вернем. И понимаешь, что это вот, высинку поцелуем. Лишь бы только дал тарелку супа или борща. И на родину не отправлял с полупустым чемоданом. Я, кстати, сюда приехала с тремя. Как я сейчас помню, как сейчас я вот это, два чемодана у меня было, и ручная кладь. Так что как вот приехали с тремя чемоданами, так с тремя контейнерами должны уехать, девочки. Это я могу, если вдруг куда собрались ехать, отдохнуть в Европу там или куда. Какой-то бред несу, пора заканчивать. То есть, вот вообще. И так черти что за видео получилось, еще вот какой-то бредятину несу. Все, до новых встреч, там прям 30 минут уже наговорила, сейчас надо будет на скорость поставить. У меня, кстати, новый микрофон, как слышен ты меня, прием.